Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 871. Баба-Яга купила новую двухкомнатную избушку на курьих ножках. Площадь одной комнаты составляет 17,6 квадратных метров, что на 5,9 квадратных метров меньше, чем площадь второй. Вычислить для Бабы-Яги общую площадь двух ее комнат. Ну, первое, мы должны вычислить площадь второй комнаты. Сказано в условии, что 7,6 квадратных метров – это на 5,9 квадратных метра меньше, чем площадь второй комнаты. Тогда площадь второй комнаты будет равна сумме 17,6 плюс 5,9. Ну, давайте вычислим в столбик 7,6 плюс 5,9. 6 плюс 9 – 15. 5 пишем, 1 в уме. 7 плюс 5 – 12. И 1 в уме – 13. 3 пишем, 1 в уме. Единица плюс 1 в уме – 2. 23,5. 23,5. И это квадратных метров. И это мы нашли площадь второй комнаты. А нам нужно вычислить площадь двух комнат. Тогда нужно 23,5. К этому нужно добавить площадь первой комнаты. 17,6. Давайте в столбик выполним сложение. 23,5 плюс 17,6. Обратите внимание, что нужно записать второе слагаемое под первым так, чтобы разряд единиц оказался под разрядом единиц, разряд десятых под разрядом десятых и так далее. Теперь мы можем выполнить сложение. 5 плюс 6 – 11. 1 пишем, 1 в уме. 3 плюс 7 – 10. И 1 в уме – 11, 1 в уме – 2 плюс 1 – 3, и 1 в уме – 4. Запятую ставим под запятыми, получаем 41,1 квадратных метров. Это мы нашли площадь двух комнат. Читаем еще раз вопрос задачи. Вычислите для Бабы-Яги общую площадь двух ее комнат. Мы вычислили эту общую площадь, поэтому можем записать ответ. Площадь двух комнат составила 41,1 квадратного метра. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.